Привет, дорогие друзья! Вот у меня в печи появилась такая проблема, стало немного дымить. Но сейчас середина зимы, поэтому разбирать и чистить колодцы я не буду. Давайте посмотрим, что там творится. Ну да, здесь много сажи. Ну вот я приобрел средство, называется «Сажи нет». Не знаю, поможет или нет. Давайте проверим. Изготовители обещают хороший результат. Но плохо, конечно, верится. Способ применения очень простой. Когда дрова разгорятся, прямо не разрывая пакета, надо прямо сверху положить. И все. И повторить так несколько раз. И потом посмотрим, что там у нас в дымоходе. И что будет с тягой в печи. Первая партия дров у нас прогорела. Дымоход, я думаю, достаточно прогрелся. Теперь заложим снова дрова. И прямо поверх дров положим наш пакет, не вскрывая. И этот процесс произведем еще один раз. И тогда посмотрим на результат. Стоило покупать это средство или нет. Пакет тут у нас прогорел. И такой интересный фиолетовый огонь появился. Ну, посмотрим на результат. Повторим процесс. Заложим снова дров и закинем второй пакет. А завтра уже проверим дымоход. Ну, давайте посмотрим, что у нас в дымоходе. Откроем. Ну да, немного сажа осыпалась. Сейчас проверим тягу у печи. И посмотрим, как работает это средство. Давайте разожгем печь и посмотрим результат нашей работы. Тяга заметно улучшилась. Дым перестал идти в дом. Значит, средство не работает. Деньги потрачены не зря. Но все-таки по окончании сезона надо будет вскрыть колодцы и очистить их от сажи. Может, кто знает другие способы. Я буду рад услышать ваши советы. На этом у меня все. До свидания. Здоровья, удачи вам, друзья. Всем пока.